Итак, ребята, всем привет, всем с добрым утром. Как помните, мы в прошлой серии, значит, поселились вот здесь вот. Здесь я себе быстренько построил лагерь, так как домик здесь стоял уже, осталось его подремонтировать. Поставил станок, и это такая, типа, у нас будет дача, да? Будет дача, все лишнее мы оставим здесь. Монетки, кожу тоже, кстати, смолу, семечки, как всегда. Возьмем с собой самое необходимое. Кстати, отремонтируем то, что можем отремонтировать, да. Меч у нас наполовину, в принципе. Я сделал плот. Сделал плот, значит, так. И мы отправляемся. Отправляемся на те берега, да. Так, ветер дует правильно. Правильно дует, все. Да, давай. Давай там забор. Давай, ты сможешь. Нет. Не смог, значит, да? Надо на маленькой скорости, значит, выруливать отсюда, я так думаю. Вот на такой вот. Не? Тоже не? Ладно, давай по-другому тогда. Давай назад. И назад не хочешь. Давай тогда вперед, блядь. На всех парусах. Мы выедем отсюда или не выедем? Или мне толкать плот придется? Так, я понял. Я понял. Вот так вот. Отплываем. 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 Теперь включаем первую. Первую включаем скорость. И поворачиваем медленно. Теперь вторую скорость включаем. Так. Поворачиваем чуть быстрее. Мы пройдем сквозь забор. Так, проходим. Отлично. Включаем максимум скорость. Выплыли, значит. Так, вот там я вижу, да? Как бы наш берега, да? Где древние у нас? Древние у нас вот. Естественно, мы, скорее всего, сможем путешествовать там. А к древнему походу у меня лично на карте по, ну, не добраться по-другому никак. Поэтому плывем на ту сторону и смотрим, что там, естественно. Мир у нас большой, да? Большой-пребольшой. Здесь есть маленький лагерь у нас. Вот он сзади. Сзади наш лагерь. Здесь есть гора, что очень кстати, да. Мы можем через нее пройти. Но вот там она как бы поменьше, не знаю я. Значит, плывем пока не знаю куда. Какой-то стрёмный там, очень стрёмный пейзажик, да. Что-то деревья там не такие, как везде, кстати. Какие-то они совсем мертвые, да. Но мы, возможно, так добежим к древнему. По крайней мере, лут весь я оставить не могу, потому что он понадобится, если понадобится нам сражаться, да. Грибочек я нашел такой, чуть-чуть клубнички, как говорится, для бодрости с утра. И плывем мы, значит, плывем, ну, странное, короче. Странные берега там-то, а? Очень странное. Я понимаю, мы на странных берегах. Все дела, но, ну, странновато как-то, ребят. Там что-то совсем плохой, да? Мы пешком пойдем. Плот, наверное, здесь оставим. Плот нам нужен только для того, чтобы... Ну, совсем лес мертвый, да? Для того, чтобы добраться сюда, отсюда сюда, да? А там пойдем древнего искать. Ну, а что делать? Древний это второй босс или последний босс? Меня один вопрос волнует только. Древний это последний босс? Или это второй босс? Вот единственное, что меня волнует сейчас. Так, наш плот подходит. Подходит. Деревья тут действительно странные. Здесь как болото какое-то. Они в воде растут. Новая местность какая-то, не знаю, да? Давай чуть-чуть повернем, по ветру станем. Вот там вот где-то. Да, здесь как болото какое-то. Так, кирка есть у нас, если что, новый ресурс какой-то может будет тут. Хотя это, знаете, как болото, вряд ли здесь. Так, я уже еле-еле вижу наш берег. Так, а вот и ветер, короче, поменялся, да?
Как всегда. И что нам толкать теперь наш плот? Не, подул. Все, подул, подул, подул ветер. Я думаю, сильно причаливать не будем. Мы, если что, пробежимся отсюда к древнему. Ёпаю! Это что плавает там? Это что за анако... Болото! Нифига себе, это что за анаконда там? А это кто прыгает? Где мой меч, ёпта? Ёбаный! Ты кто такой? Сгустень какой-то, офигеть! Жижа, новый чертеж. Гнилая какая-то. Так, сгустень меня травит чем-то, да? Нифига себе, блядь, дружище, съешь что-нибудь. Офигеть. Мы умираем. Почему мы умираем? Так, все, все. Так, ХП восполняется, там еще кто-то плавает. Так, ты посмотри, сколько их плавает там, а? Тварюк этих. Так, уйдите от меня. Какие-то анаконды, блядь. Хер знает, что мы чертеж получили. Вон еще один, там сгустни сидят, да? Так, короче, я понял, что мы здесь ни хрена не пройдем. Если нас так дамажат, то, да? Пошел нафиг. Так, все, назад, назад. Назад, сдаем назад. Они еще плот атакуют или что? Так, ХП... Да, они плот атакуют. Нихера себе. Так, а ну полный ход. Офигеть. Вы мне плот разрушите еще, ебаный. Так, пошли в жопу. Вы на глубину плаваете или как? Слышу, кусить хотят. Так, я поехал отсюда, нахер. Эй, я поехал, лучше по воде поеду. Ну его в баню, а вы за мной далеко плыть будете, интересно? Офигеть, они атакуют плот. Так, я ветер ловлю, ловлю ветер. Чтоб максимум ускориться, как говорится, да? Так, плот плывет. Давай возьму лук. Вот так сделаем. Пиявка, нихуя себе. Вот пиявка такая. Так, одну. Одной нету. Одной нету. Вот. Ёбаный! Мне пипец, короче, бля. Вы погибли, короче. И здесь могила будет. Ведьмак дикий. Мне сюда приплыть надо будет. Яд, короче, еще какой-то действует. Жесть, они мой плот уничтожили просто. Пиявки эти. Нихера себе, попал я, короче. А, я здесь, я думал, я дома буду возрождаться, да? И голый, блядь. Это нехорошо. Так, и молота нету. И нифига ж нету. Как молот сделать? Три дерева, два камня. Где камень мой? Вот камень. Три дерева, два камня. Сделай молот, пожалуйста. Как ты там делаешь его, а? Я забыл. Вот, молот создать. Так, что мне теперь надо? А, мне надо взять молот, да? На единичку он у меня. И построить никакие не ворота, а плот. Сколько у нас плот там стоит, кстати? 6 кожи. Так, обрывков, 20 деревьев и смолы, да? И поплыть за своими шмотками. Вот они, кстати. Я надеюсь, что я доплыву за ними. Нихера себе, начало, короче, блядь. Так, так хорошо, можно мне вот. Нифига себе, начало, короче, да?
Пиявки, так, что, обрывки есть у меня, да? Смола есть у меня. Плод, что там, хватает? Хватает, да? Хватает, ставил его. Я надеюсь, они меня там не ждут. Голый, значит, ведьмак дикий. Поплывет сейчас. Блять, против ветра, да? Нормально. Против ветра я не сильно поплыву, да? Ну, блин, ну что за ветер такой, а? Задом надо плыть, да? Не, задом тоже нехорошо как-то. Блядь, а развернуться полностью можно? Ну чё за ветер такой, а? Почему весла у меня нету? Здесь рыбка плавает. Все, нам надо добраться до этого. Вот так хотя бы, да? На маленьком ходу, блядь, ты как-то доберешься туда? Нет, мы поплывем. Хотя бы зигзагом как-то. Вот так вот, да. Вот так вот, пусть сбоку дует, хер с ним. Мы будем плыть вот так вот, да, чтобы ветер попадал нам. И мы хоть как-то двигались. Нам надо двигаться, наш меч, нашу броню достать, если она не утонула. Потому что если она утонула, я хз как нырять просто. Я просто хз как нырять. И ветер, блядь, ну ветер вообще капец, да? Не в тему, совсем не в тему. Вообще не в тему. Он просто не в тему. Так, ну сейчас еще и ночь настанет. Ну, зашибись, да. Еще и дождь, отлично. Отлично. Так, где там ведьмак дикий, блядь, лежит? Вот нам туда надо как-то. Мы против ветра, да? Так, а что же я сделать могу? Как же нам ехать? А что ветер такой-то, а? Почему ветер такой? Так, давай обратно. Обратно рули. Там он уже чьи-то глаза светятся, да? Или то мой лут там, короче. Я не могу понять. Блядь, ну как вот, как с таким ветром, блядь, куда-то плыть? Вы мне объясните просто. Как? Я вообще не туда плыву. Мне надо вот туда вот. Вот как с таким ветром плыть? Я не представляю, как плыть. И ветер не меняется. Так, вот может вот так вот. Вот так вот, да? Так, вот. Сделаем. Вот, вот, вот. Вот так будем плыть. По чуть-чуть, вот, вот так держать, короче. Вот этот вот настрой, может, мы доплывем. Может, мы доплывем. Здесь по карте, в принципе, недалеко, да, но я до берега все равно не доплыл бы, как бы я хорошо не плавал. Я не знаю, может, кто-то прокачал плавание такое. Типа, офигенное. Так, вот то блестит, по-моему, это моя фигня это, да, там, где меня убили. Насколько я понимаю, да. По-моему, да. По-моему, там ведьмак дикий лежит. Дурачок лежит там. Там оно как буёк плавает, знаете. Нам бы доплыть еще чуть-чуть, да, хотя бы там где-то рядом стать. Я, в принципе, нырну уже, ладно. Хотя у меня сил нету абсолютно, я ничего не ел. Да-да-да, это я. Это ведьмак дикий, но очень далеко. Очень далеко еще. И ветер снова нам ничего хорошего, да, не делает. Да, значит, нам надо развернуться как-то будет.
и пойти снова зигзагом. Вот это плавание, да? Так, разворачиваемся. Разворачиваемся. Вот, 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 вот. Так, включаем. Включаем мотор, вот. Значит, мотор, парус, говорю. Мы уже все промокли. Мы как Джек Воробей. Подруливаем. Подруливаем, да. Вот, подруливаем. Так, и где-то здесь тормозим полностью, вот. Здесь, я думаю, я доплыву, да? Да здесь недалеко ж, так. Предметы восстановлены. Так, отлично. Я надеюсь, все предметы. И змеек здесь нету пока, да, этих конченых? Да. Так, моя шапка, одеваем все, да. Меч, все есть у нас. А, смолы, как всегда, дохерища. Давай покушаем. Потому что нам совсем плохо. Дерево у нас, как всегда, в разнобой. Смола в разнобой. Кожа, камень еще какого-то хера есть, да? Так, ну чё ж, мы давайте вдоль берега тогда к древнему поплывем. Может, это просто болото какие-то, да? Хотя нет, не поплывем. У нас тогда давайте попробуем доплыть хоть куда-то. Хоть в эту сторону посмотрим, мы сможем отсюда зайти или нет. Оплыть этот берег. К древнему тогда я не знаю, какой короткий путь. Вот отсюда, через речку как-то, да, вот эту вот тоненькую, вонючую, прям туда. Либо с моей, да, с моей этой дачи типа, да. Как-то ты развернулся, друг, ночью, опять нихера не видно. В общем, ребят, я поплыл, посмотрю, где берег этот заканчивается, да. И вам отмотаю. Так, а ориентироваться я буду, наверное, вот так вот, потому что это жесть. Это жесть. Здесь, наверное, светильник надо какой-то ставить, потому что вот так вот я плыть буду. А я вам отмотаю, как всегда, немножко, по чуть-чуть. Короче, ребята, я вам вырезал, да, где-то наш берег, вот, вот там вот. Вот те горы, типа, да, это там, где мы были. Сейчас открою карту и поймете. Вот столько я плыл, тут ветер закончился. И я плыву прямо к древнему, значит. В океане. Смотрите, какое расстояние, да? Это не такое, как здесь, типа. Это овер дофига, короче. И вот они, наши берега. А новые, неизведанные. И здесь где-то, кстати, древние есть. Вот прям совсем рядом. Но, по крайней мере, одно, да? Одно ясно. Одно ясно здесь точно. Того берега я уже и не вижу. В принципе, я уже как минут 5-6 его не вижу даже, наверное. А, ясно только одно. Очень далеко плыть-то. Я не знаю, здесь луга, и здесь темный лес, значит, да? Так, я понял. Темный лес. Это хорошо, конечно, с одной стороны, да, что он темный лес. Но нам надо куда-то причалить. Здесь, интересно, луга где-то есть. Более безопасное место. В темном лесу-то я не могу строиться, очевидно, да? Здесь древние у нас, вот, показывается. Грубо говоря, мы приплыли. Так, ну, походу, ветер снова поменялся, да? Плыть очень трудно. Поэтому я тебя отмотал, да? Здесь везде темный лес. Вам холодно, блядь, ну еще чего бы. Здесь надо лагерь, значит, свой построить где-то, да, потому что так плавать. Ага, вот там алтарь какой-то есть еще, да, с огнем. Но я думаю, плыть дальше смысла нету, здесь придется побегать, да. Тем более мы все. Мы, грубо говоря, приплыли и почему-то снова ночью, да. Глянем, что там светится, в принципе, да, что светилось, вон, светится. Так, это древний. Ой-ой-ой, здесь какие нехорошие вы все, да?
древние здесь, значит, да? Так, а где же луга здесь где-то есть? Интересно. Давай побегаем. Узнаем карту. А я что-то думал, здесь везде болота будут, да? Так, черника очень нужна, очень. Так, пошел вон от меня. Иди вон. Кушай черники. Кушай, мы еще мокрые. Кушай клубники. Приготовленное мясо. Так, больше нельзя съесть. А, понял. Понял, но мы чернички скушали, да? Немного, хотя бы. И идем в разведку небольшую. Древнего мы нашли, но нам надо однозначно здесь построить лагерь какой-то. Потому что, ну, плыть столько, вы что? Не-не-не. Я не выдержу это второй раз. Это очень далеко. Очень далеко. Тем более, я не знаю, кто на этой стороне обитает. Так, вижу чернику. Залежи здесь есть, да? Две черники добавлены. Так, я не вижу никуда. Он об эти палочки все. Все. Опа! Нифига себе, почти метки. Почти попал. Так, там эти, я понял. Рычат, блядь, выбраться бы из этого темного леса, то на луга какие-то. А, обустроиться хоть немного. Слушай, не стреляй в меня, я только приплыл. Я добрый путник. Твою ж мать. Об каждый кустик спотыкается, да, что-то прогружается еще здесь. Меч достали на всякий случай, бежим. Бежим, 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 побежали. Так, ХП у нас восстанавливается, это хорошо. Все стреляют, непонятно откуда, куда, да? Так, я вижу впереди, вот, может, то не темный лес уже, а? Ну, перепрыгиваешь. Ёб твою. Он в этих соснах застрял, походу, да? Давай по берегу пойдем. Я ни хрена не вижу. Нет, тут тоже темный лес, походу, да? Здесь вообще светлый лес есть где-то, а? Так, стоп, есть. Вот так. Бля, задрали вы, а? Так, я понял. Там у нас босс вышел. Я не знаю, доплыву ли я туда. Там, походу, светленькая сторона. Так, чувак, мне надо отдохнуть. Я за сосной спрячусь, можно? Дикарь, короче. На! Ёбан! Так, чувак, тебя здесь не хватало. Я тебя не звал. Все. Я сваливаю, друг, я понял. Я понял. Я... Ёб твою мать. Да чё ж тут такое-то? Почему я высадился так? Надо было в светлый лес ехать. Здесь так печально все то, а? Я постоянно устаю. Постоянно устает он, да? Так, отсюда я не переплыву туда. Но там, походу, светлый лес, да? Если здесь темный, то там возможно. Возможно, я не знаю. Так, ты еще не попадаешь. Так, эту херню надо уничтожить. Это логово, да? Нет, не надо. Нет, я передумал, все. Все, я передумал. Я передумал. Мясо ешь, мясо. Так, я не могу бежать ночью почему-то. Вот в чем прикол. Я хочу поставить постель, да? Вот, об кусты я споткнулся, об кусты. Естественно, я не доплыву сейчас так, да? Тем более там тролль. А может и доплыву.
Ёбать, ты услышал, да? Так, ладно, я поплыл. Поплыл хотя бы к камушку. Блядь, ты ж не плаваешь, чувак. Не надо, не надо меня бить. Я хороший. Нет, а темный лес тоже, походу. Ёпта, ты тоже плаваешь. Я не хотел вас злить здесь. Сори. Мне кажется, я сейчас здесь откисну. Здесь вон деревья, как лесоповал какой-то. Как будто бы кто-то валил здесь. И он везде спотыкается, да? По-моему, это тоже темный лес, да. Черный лес. Черный-черный, блядь. Ну а где ж светлый? Где луга, блядь? Ёпта. Речушка какая-то. Гора, я же не могу построиться в черном лесу. Так, пошел нафиг. Опа. Я даже не знаю, куда бежать здесь, да? Ну ладно, побежим в эту сторону куда-то. Вот здесь камень какой-то еще. Может, камень на границе стоит где-то, да, типа? Не идите сюда! Здесь плохо, типа. Я даже прочитать его не могу, да? Ой, никто не бежит вроде. Давай чернички съедим еще, да? Так, залежи олова. Так, что написано? Мы пока восстановились немножко, да? Что тут написано? Ой-ой-ой, сколько много. Так, берегитесь. Так. Эти твари должны ходить по земле. Ну, это понятно. Здесь много тварей, которые не должны ходить по земле, да? Так, значит, пойдем по берегу, потому что я не понимаю, где я очутился, да? Вот так и пойдем. Мне кажется, это какой-то полуостров. И здесь нету, в принципе, наверное, нормального леса. Потому что вот так я сейчас приду сюда. Правильно? В принципе, а может вот так обойду куда-то, не знаю. В общем, ну, здесь точно надо построить лагерь. Если получится где-то, да, найти какой-то кусочек светлого леса. Построить, чуть-чуть обустроиться там. И тогда уже драться с древним, да. Потому что, ну, как бы сейчас, ночью... Промокшему я не смогу просто. Еще один рунный камень, да? Так, и то же самое написано, да? Берегитесь. Берегитесь. Так, здесь холод. Так, там опять те, да? Я опять вернулся. То есть это замкнутый круг, короче. Мне надо назад. Мне надо назад и попробовать вот туда пойти, может. Ой, день 41, утро настало, наконец-то. Кстати, где мой плот, я вижу? Я плота не вижу? Да ну нафиг, я ж где-то здесь был. Алло, где мой плот, ёпта? Я как уплыть отсюда должен? Почему я плота не вижу своего? Так, ну на самом деле я не потерял, я приплыл вот сюда, значит. Вот здесь где-то плот напишу. Плот и знак вопроса. Не знаю я, к древнему приехал, короче, да? Здесь полный привет. Об кусты спотыкаются эти, то есть через них он пройти не может. Но это как будто бы остров какой-то все-таки. Я еще сюда пойду, но мне кажется, это остров. Это как либо полуостров, либо остров. Но если полуостров, я еще доплыть смогу куда-то, да? Но вот то, что об кусты спотыкаются, это, честно говоря, раздражает. Но неужели, в принципе... Это типа реально. Но это нереально. Так, съешь клубничку. Что у нас тут? Ягодки, мясо, мясо, мясо. Стрела, слушай, голову эту выкинуть надо. Камень один тоже выкинуть. 4 дерева, не знаю, дерево пусть будет. Вдруг нам нарубить надо будет, да? Нет, вот там что-то есть, да? Так, ой, кустики.
черника. Черника только в темном лесу. И здесь какое-то как осветление вроде. Нам надо найти новое место, значит, для нашей жизни. Олень! Олень, привет! Нет, там замок, короче. Тут гора какая-то вообще, бля. Ёпта. Как я здесь поднимусь-то, а? Там кто-то стреляет. Здесь пещера даже. Ну, что, пометить, ладно. Пометим. Пещера. Я думал, это другой континент какой-то, да? Там олень, там замок. Но здесь я строиться же, наверное, не могу в темном лесу. Хотя я не пробовал. Но, по-моему, нет. Мне надо куда-то более... более с черного леса выходить, да? Более благоприятное. Ой, ты, ёб твою. Вот чё-чё, а с тобой я драться не хочу. Так, это не туда я пришел, откуда я вышел, а? Да. Я пришел сюда. То есть это полуостров. И здесь, походу, построиться не получится, да, мне? Походу никак вообще. Тут везде темный лес, да? Я ж в темном лесу не могу строиться. Где моя фигня, да? Стоп. Ремесло. Вот красным почему-то оно, да? Нет, здесь нормально. То есть я могу построить что-то в темном лесу, интересно. Я бы построил где-то поближе к древнему, да? Где древний у нас? Плод здесь где-то, древний здесь где-то, да? То есть мы вот так оббежали. Это полуостров. Это олень, так, я понял. Значит, нам надо вот сюда, да? Переплыть. Этот, походу, тот, кто за нами переплыл. Да, я не знаю, есть ли там другие такие... Ну, жесть, конечно. Жестоко здесь как. Очень. Вон он стоит. Застрял там или что? Ну, вряд ли застрял. Они так застрял-застрял, а ходят потом. Ну, что ж, ладно, тогда будем с древним сражаться. Да, кстати, где наш плот? Вот там плот наш, да? Ну, по идее, там. Где-то там мы оставили его, да? Мы же оттуда приплыли. Вот мы приплыли. Значит, там где-то должен плот быть. Если его не раздолбали, это очень важно. А на плоту я планирую вернуться как-то вот покороче, вот сюда вот прямо, да? Так я могу добежать до главного лагеря. Но сначала пойти к древнему, узнать, насколько он силен. Возможно, он такой, как и мантий, что там, блин, да, другое вот это. Опа. Ова, вот так, там что-то вам вообще происходит непонятное, да? Сосна, я рад, что сосна. Так, лодка чья-то, да, разбитая. А вон наш плот, да, стоит. Мы еще, в принципе, правильно отметили. Так, и здесь древние, да? Нам бы просохнуть, конечно, да? Не, ну костер я в темном лесу могу построить. Возможно, могу и сейчас посмотрим. Верстачок построить какой-то. Просто тут строений никаких, ничего нету. Давай подъедим. Дабы просохнуть. Я могу просохнуть здесь? Я могу костер поставить. Мне всего лишь 5 камня надо, да? И 2... Две древесины. Так, камень я вижу. Камень я вижу. Так, сколько у меня камня? Блин, нахера я камень выкинул, да? Хер его знает.
Так, руда, все эти дела, это все понятно. Что-то с камнями проблема, что ли? Да не может быть. Я не хочу бить киркой, да, этой восьмой. Так как если сейчас начну бить, все посбегаются сюда, да? Так, такой камень я не возьму. Так, я понял. Ты здесь сидишь, да? Так, ладно, а чё как древнего убить-то вообще интересно? А, вот огонь есть, да? Сжечь предмет. Древняя чаша. Что за древняя чаша? Блядь, ну какого хера ты бегаешь? Ты атаковать будешь, не? Ну, блядь, ты будешь атаковать или ты на приколе, блядь? Так, а вот и камень и древесина, кстати. Если чё, да? И не один, да? Так, чё здесь надо добавить? На 1,8 древняя чаша. Что за древняя чаша, слушай? Так, сожгите их молодняк. А, семечка такая, да, я ее не взял с собой, кстати. Семечки, значит, выпадают вот с такой вот херни. Сожгите их молодняк. Сейчас сожжем. Сейчас сожжем, не вопрос, давай перекусим, да. Сожжем. Семечка это, которая выпадает отсюда. Я их брал, но не понимал, нахера они вообще, блядь. Вот, вот отсюда, вот, вот. Опа, и дождь сразу повалил, да? Иди сюда, да. Вот, здесь где-то есть древнее семя, или я его уже взял. Вот он. Древнее семя, значит. Так, хорошо. Ну, теперь я однозначно промок уже, да, и с этим ничего не сделаю. Так, лук у нас на каких стрелах? Они на каких? Давай на бронзовый наконечник переключим, да? И покончим, попробуем в этой серии покончить с этим. Так, мне надо быстрый доступ. Кувалда мне не надо, мне надо семечко. 4, да? Ага, надо, бля, еще 2. Три семечки надо? Да вы чё? Ребят, мне укрытие надо. Я думаю, вот здесь более ровная местность. А, используют древнее семя. Да не, не надо пока. Я понял, мне 4 их надо. Значит, надо идти. Костер мне не нужен. Мне нужен молоток. Ремесло. Ремесло. Мне нужен верстак сначала. Да, 10 дерева. А что я здесь не могу поставить верстак, что ли? Вот, могу, да? О, отлично, я здесь строиться могу. Так. Теперь мне надо поставить деревянная стена, да? Условия 2 древесины надо, я понял. Сейчас мы дерево подрубим, я не знаю, рубятся это, пихта рубится, рубится. Вот. Сейчас мы еще и обустроимся здесь немного, да? Ну а как его побить-то? Новый материал, еловая шишка. Отлично. Мы у себя в главном лагере сможем построить, да? Мне надо стены и крышу построить. Кстати, может еще и какой-то забор построить, слышь, забежать за него, типа. Как укрепление, короче, обмануть этого древнего. И расстрелять его, в принципе. А почему бы и нет? Так, бревна есть. Так мы сейчас тут и обустроимся, в принципе. А чё бы и нет? Почему нет, если да? Вот, строим стену. Единственное, что плохо, что я не взял, да, это равнятель земли вот этот вот.
Нам много не надо, да? Нам так пожить, переночевать, костер поставить, да? Ай. Как бы еще одну и хватит, да? О, сделаем все укрытия сейчас. Вообще тупо возле босса, а почему бы и нет? Почему? Все ж не запрещено, значит разрешено, как говорится. Так, вот только вот так вот придется делать, да? Тратить немного больше ресурсов, чем хотелось бы. Но это ничего. Так, ну вот это вот, короче, ладно. Так, вот. А, не выполнены условия, уже нету дерева. В общем, ребята, я здесь, значит, построюсь, да? А в следующей серии мы пойдем, значит, на черный лес, на этого босса, да, как его там зовут. Главного, не главного. Поэтому ставим лайки. Я с вами не прощаюсь. Говорю пока-пока. До скорого.